Жители села Капитоновка в Акмолинской области переживают за пашни и пастбища. На них перестала расти трава после прошлогодней аэрообработки пестицидами полей крупных товариществ. Об этом сельчане рассказали депутату Мажилиса Жексембаю Дюсембаеву и попросили исключить подобное в этом году. Народный избранник обещал донести информацию о проблеме до ответственных органов. Также мажилисмен ответил на вопросы о госпрограммах, направленных на развитие сельского хозяйства. Интересовались сельчане и предстоящими изменениями закона о местном самоуправлении. На местном уровне формировано местное самоуправление, их работа. Как поставлено сегодня и как они сегодня готовятся к тому, чтобы, если свой бюджет будет, как будет они распоряжаться, как будет распределять и эффективно использовать и так далее, и так далее. Вот эти вопросы, вопросами заинтересованы были. Мы и в какой-то степени мы получили определенный доходчивый ответ непосредственно у самих селян.